Снова здравствуй, дорогой зритель. Наконец, жалуетесь вы, нет посылок. Вот она есть, но единственное, я не знаю, что находится здесь. Потому как тут написано «косметика». Какую я косметику мог заказывать, я вспомнить не могу. По треку ничего не понятно, поэтому сейчас откроем и посмотрим, что же находится внутри. Такие вот мятые коробки с шаолинем. Судя по всему, здесь таблетки, чтобы познать Далай-лама Завета. А может и нет. Так, ну, итак, у нас здесь хрень неведомая. Была бы, если бы я не знал, что это такое. Я же знаю, что это такое. Вернее, я знал. А почему здесь так вот подободрано? Чуть не хочешь наводиться-то. Ну, подободрано и подободрано. Шиш бы с ним. Здесь примерно то же самое. Все это дело запечатано. И по запаху, знаете, звездочка. Бальзам. Только в упаковке, которая позволяет его открыть. Если бальзам звездочку открыть было невозможно, все прикладывали прям эту фигуринку в баночке к больному месту, и все происходило. Рассасывались трупные пятна. Что там еще? Зарубцовывались. Как их? Шрамы. Я просто сейчас пытаюсь открыть, посмотреть, что это все-таки такое. Нить. Открою, вспомню, от чего или для чего этот крем, и смогу вам точнее сказать. Потому как я сам не помню. То ли обезболивающий, то ли заживляющий. Тра-та-та, тра-та-та-та. Мы везем с собой кота. Кошку-забияку. Да что же такое-то? О, это китайский шаолинь, обезболивающий крем. Сейчас поподробнее. Китайский шаолинь, обезболивающий крем, подходит для лечения ревматоидного артрита, совместной боли в спине, облегчение бальзам мазь. На данный момент стоит 146 рублей 75 копеек. Чудесный отзыв о нем. Пришел упакованную обычную картонную коробочку, красивую упаковочную. Что-то я красивую упаковочную не увидел. Сами кремы завернуты в обертку. Есть инструкция по применению на английском. Где они тут инструкцию по применению на английском-то нашли? Дошел в отличном состоянии. Очень быстро в дороге, всего 16 дней дня оплаты. Качество со слов тех, кто использовал, соответствует. Трек отслеживается. Какой трек-то отслеживается тут? Трек-то кривой какой-то. Крем понравился всем, очень классный подарок, кремом еще не пользовался, продавца рекомендую. А спустя день добавил крем понравился с устойчивым эффектом. Вот, ну, собственно говоря, по этой причине то, что эффект обещали. А, ну вот, да. Tendance Adjustable Remove Pain крем от боли. Не знаю, бабушке отдам. Как, кому бабушка, кому теща? Да, говорит, а почему, говорит, бабушка бегает зигзагами? Кому, говорит, бабушка, кому теща? Сынок, подай еще одну обойму. Вот. Попробуем. Понравится, будем заказывать еще. А вы, ну, наверное, ссылка в описании есть. Зайдите, почитайте отзывы. Ну, вроде как, в этом отношении китайцы, конечно, молодцы. Ихняя народная медицина, травки всякие и прочее достаточно интересно. Правда, тигры повымирали, так как их ради отдельных частей чекрыжили. Ну, а я, наверное, на этом небольшой обзор закончу. Всем всего, до скорых встреч!